Приветствую тебя, дорогой друг, с тобой Маркелов Борис, и сегодня мы поговорим о сетевом, как добиться успеха, как быть таким, как я, вот таким же небритым, как включить камеру и рассказать о сетевом. Ребята, поверьте, с 2010 года, когда я только начинал, я хапанул большую кучу дерьма. Сразу говорю, жесткое видео будет, жесткое. И вы должны это все прочувствовать. Я хапанул большую гору дерьма. Я потерял большое количество денег как, до того времени, пока я не пришел к тому, что я когда я понял, как эти деньги зарабатываются. В интернете нету обычных таких денег легких, которые вы ищете в интернете. Их нету. Вас обманывают. Нет денег без приглашений. Нет денег, нет заработка без вложений. Нету здесь такого. Все как на земле. Все жестко. Вас будут гнобить. Вас будут дураком обзывать. Над вами будут смеяться. Это нормально. Это интернет. Это сетевой. Вот та толпа, то мнение общественное, которому вы подвластны, его нужно учесть. Вас будут гнобить. Вас будут бить. Вас будут бичевать. Вспомните историю Иисуса Христа. Извините, если кого-то затронул, но вспомните историю. Сначала его все хвалили, а потом в него кидали камни. Здесь то же самое. Ничего не поменялось с тех времен. Вообще в мире ничего не поменялось. Бизнес от слова «дело». Если будете делать дело, значит у вас все будет. Мне партнеры иногда пишут, почему у тебя так легко? У меня легко. Да у меня хреново все. Было в самом начале, так же, как у вас. Вы пытаетесь зайти под меня, получать переливы какие-то, ни хрена ничего не делать. Ребята, не получится в определенных условиях получать от меня переливы. Если я говорю, в проект какой-то захожу, например, тот проект, который вы сейчас найдете в описании, который называется «Апельсин», если я говорю, что там будут переливы, значит, там будут переливы. Но переливы, запомните, это деньги от меня. От моей активности. Вы получите переливы до определенного момента. Потом все остановится. Все остановится. Вы вернете свои деньги, но потом все остановится. Потом вы уже перестанете все получать. Пока вы не включитесь в работу. Все сложно. Все сложно для вас и у вас. Все сложно. У меня все просто. Потому что я понял, как это работает. Если кто-то хочет обучиться этому всему, я всегда приглашаю свою команду. И контактные данные там есть. Но я не обучаю тех людей, которые не хотят ничего делать. Не хотите ничего делать, ничего не зарабатывайте. Хотите зарабатывать, значит, выполняйте мои рекомендации, и у вас будет все хорошо. Не в первый день. Может, даже не в первый месяц. Даже, может, не в первые полгода. Но когда вы поймете, как работать, как доводить информацию, как вести бизнес честно, напомню, честно, здесь на вранье много денег не заработаете. И потеряете репутацию, если будете врать каждому, что в интернете можно легко зарабатывать деньги. Можно легко зарабатывать, только с определенным опытом. Определенный опыт вам дает такие возможности, что вы можете просто офигеть. То есть в интернете можно легко, без напряга, зарабатывать 100 тысяч рублей. Легко. Уже всеми доказано. Даже не вступая в какие-то проекты. Просто на партнерских программах, если вы правильно будете гнать трафик, вы будете зарабатывать деньги. Иначе никак. Иначе никак. Если вы думаете, что вы будете ходить на основную работу, вступите в какой-то проект, а там вам будет капать, да не будет капать. А если будет капать, то очень мало. Дай бог вам... Если вы в инвестиции зашли, дай бог вам вернуть свои деньги. Но такого не бывает. Чудес на свете не бывает. Инвестиций без инвесторов не бывает. Не бывает без инвесторов. Не вкладывая никуда деньги, вы ничего не получите. Ничего не заработаете. Может, это видео было жестким, но тем, кто вступает на эту дорожку, на сетевой бизнес, он сетевой бизнес для неудачников, которые победили. Если вы готовы к этим переменам в жизни, когда
вас будут гнобить, вас будут обзывать, над вами будут смеяться. Вы будете хавать дерьмо, на которое вас будут лить. Если вы это все пройдете, вы выйдете на те высоты, на которых вы еще не бывали. А те люди, которые лили на вас говно, в том дерьме и останутся. В том дерьме и останутся. И они там будут жить с этим дерьмом. И они вам будут говорить: тебе повезло. Все, ребят, на этом заканчиваю. Ссылки на проекты, в которых я работаю и в которых я обучаю людей зарабатывать деньги в интернете, будут под этим видео. Всем привет.